незаменимый спутник в поездках. С ним вы всегда будете на стиле. Наш герой сегодня – Fenvitec VT2261BN. Бюджетная модель для путешествий. Подойдет и для того, чтобы высушить волосы после спортзала. В коробке вы найдете сам фен, насадку-концентратор, гарантийный талон и инструкцию по эксплуатации. Начнем с корпуса. Фен выполнен в коричневом цвете с розовыми вставками. Пластик глянцевый везде, кроме ручки. Ее поверхность матовая. Так фен удобнее держать. Сборка крепкая, ведь он сделан для того, чтобы путешествовать вместе с вами. Неважно, в спортзал или на другой континент. Фен очень легкий, его вес меньше 500 грамм. Особенность этой модели – складная ручка, благодаря которой фен может занимать очень мало места в сумке. На ручке сделана небольшая петля для подвешивания. Шнур здесь длинный, почти 2 метра. Пространства для маневра получается достаточно. Управляется фен всего одним регулятором, который расположен на внутренней стороне ручки. Режимов 2 – послабее и помощнее. Соответственно, меняется и температура. Этот же регулятор отключает фен. Режима холодного обдува тут нет, зато есть функция защиты от перегрева. Если фен решит, что проработал слишком долго, он автоматически отключится. Некоторым пользователям не хватает заявленной мощности, здесь 1300 Вт. Если у вас длинные волосы, а сушить их хочется побыстрее, рекомендуем присмотреться к более мощным моделям. Подведем итог. Fenvitec очень легкий и компактный в сложенном виде. Все основные функции на месте. Этот фен станет вам незаменимым другом в путешествии или будет сопровождать вас в спортзал. Единственное условие для дружбы с ним – наличие подходящей розетки.